Когда женщина переживает по поводу того, что у нее нет э, мужчины, допустим, то она нарушает некий закон такой, который выглядит условно следующим образом. Смотрите, все в вашей семье голодные, а я отец, то есть по-другому я Бог, который должен всех накормить. И скажите, ваши дети перед вами, они все одинаковые, согласны? Ну, я буду отвечать вместо всех нас. Да, согласны, они перед лицом отца все одинаковые. Тогда скажите, самые наглые – это кто? Это самые думающие, правильно? То есть наглый перед Богом – это не тот, кто делает физические действия, а тот, кто чувствует больше, чем все остальные. То есть наглый – это тот, кто хочет больше, чем все остальные, думает больше, чем все остальные. А скажите, если наглые лезет впереди, то отец имеет право наказать такого ребенка? Имеет право, как наказывает, ставит его в самом конце очереди. Для чего? Чтобы воспитать у него и забрать у него то, что называется наглость. Именно поэтому женщина, которая переживает, когда же я выйду замуж, скоро вот этот Леша, может, ну, может Игорь, начну с этим встречаться. Нет, вот только когда же у меня будет, что же мне делать, может семинары пройти. Это вы лезете без очереди. В этот момент вы больше всех лезете без очереди. Это самое страшное, что вы можете делать. В этот момент вы должны научиться осознать безразличия и в этом безразличии начинает жить, это приведет вас к успеху. То есть в этот момент, когда больше всего нужно, не нужно об этом думать совершенно. Таким образом, в случае, если вы будете думать, я могу сказать, что те, кто те мужчины, которые не думают о женщинах, у них больше всего шансов начать жить с женщиной. Те женщины, которые не думают о мужчине, у них больше всего шансов начать жить с мужчинами. Те, кто Заинтересованы, заинтригованы, обеспокоены. Это люди фактически лезущие без очереди. Хотя все точно так же хотят есть. Ну, это такое обвинение со стороны затолизма.